taas kivetään. Да ёб же ж твою мать, а! Пауки натягивать. Очень шумно. Да? Да. Я сейчас в течение дня натягивают. Они делают быстро, но шумно. Страшно. В общем, экшен такой был у вас. Значит так, смотри. Да. За то, что... Ебаный в рот.
устал или еще пока старый? Ну уже семимильными шагами приближается. Закупился? Купил ящик. Более себе. На вечер. Ну само собой. Конечно. Все, извини, что сомневался. Какой глупый вопрос, да, Саш? Кому привет будешь передавать? Да передам всем, кто меня узнал. Передам жене своей любимой. И, конечно, всему Екатеринбургу. Нет, давай так, пусть в новом сезоне первой серии «Кальян» выходит и заявляет: «Я гей!» Да ладно! Да все, эти два лысых вот там порешат в тюрьме! Бля! Ух ты ж, ёп! Куда же, блядь, летел-то? Видели, да? Вообще даже не заметил, а как оттуда он вылетел? Он оттуда летел, а этот все правильно на зеленый. Вот, видишь? Ага. Вот, это как раз нормально все. Это был такой дорогой мужик, да, мужчина дорогой, весь такой на понтах, богатый. Блять, тут он сидит дальше. Погоди-ка. Блять, а что с ним? Погоди-ка, тут въебало, блять, прикинь. С пацаном все нормально, погоди-ка. Живой вышел, что с ним случилось, нихуя себе. Я это записал. Бля, пиздец. Я это записал. Thank you.
Да что было такое? Капот открылся у дяди, смотри. Завтра. Пусть он получит, но только не завтра. Зачем? Ну завтра Паша придет смотреть. Я не хочу, чтобы он при Паше получил под морде. Нормально. Хочу, чтобы он был красавчик завтра. Уродец. Вот на красный же вот, есть. Молодец. Алло. Ну сейчас подъезжаем. Тут просто авария перед нами как раз случилась. Ты куда едешь, дебил? Я на желтый. Я на зеленый поехал. Ехал, какой красный, я нажал. Ты на красный ехал, хорошо, пидор! Хорошо.